Один из самых молодых государственных праздников «День России» в Брянске решили отметить сразу несколькими мероприятиями. Первое из них – праздничное шествие с флагом России. Возглавили колонну представители велопробега. Также участие в шествии приняли первые лица области и города, депутаты областной думы и городского совета, студенты, трудовые коллективы Брянска, лидеры общественных организаций. Российский триколор пронесли по главной улице города по маршруту Покровская гора, площадь Ленина, площадь Партизан. Там на памятном для всех брянцев месте состоялся торжественный митинг. Этот праздник хорош уже тем, что еще раз нас понуждает к тому, чтобы мы задумались о наших корнях, о нашей родине, о наших символах и о том, что славные традиции нам заложили наши предки. Великая Россия и ее маленькая частица, наша Брянщина, в сердце каждого из нас. Все мы с вами любим нашу страну, все хотим ей добра и процветания. И немало делаем, чтобы она была и успешной, и экономически сильной. Нас объединяет любовь к родине, нас объединяет могилы наших предков, которые отстояли честь и независимость нашей Родины, России. Мы гордимся своей Россией. Мы гордимся нашим талантливым, героическим народом. Мы горды за свою российскую нацию. День России отмечается с 1994 года как праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это символ национального единения и общей ответственности за нашу страну, за настоящее и будущее России. Именно поэтому все выступавшие со сцены особенно приветствовали молодежь, которая пришла на праздник. Ведь именно им предстоит принять эстафету и строить будущее своей страны. Галина Ковач, Аристарх Никитин, «События Брянск».